Answer. Energy saving. Создавая наши продукты, мы пользуемся принципами рациональности и энергосбережения. Используя продукты ENSA, вы можете быть уверены, мы позаботились о том, чтобы наши продукты были полезны для вас. Представляем вам серию панельных обогревателей ENSA. Вы сами убедитесь, что ENSA – это качество, удобство в использовании, эффективность и экономичность. Надежность превысит все ваши ожидания. Корпус изготовлен из прочной стали, а ребра жесткости обеспечивают дополнительную прочность, а значит, возможность установки даже в сложных условиях, без опасений, что обогреватель может быть поврежден. Корпус имеет специальное термостойкое покрытие с защитой от ультрафиолетовых лучей. Это обеспечит наилучший вид на долгие годы. Нагревательный элемент равномерно расположен по всему периметру панели. Тем самым повышается эффективность и равномерное распределение тепла. Специальная конструкция корпуса обеспечивает два типа передачи тепла – инфракрасное тепло и естественная конвекция. Более того, тепло передается с двух сторон обогревателя, прогревая и само помещение, и стены. Это позволяет добиться рационального распределения тепла в те зоны, где это необходимо. Как результат, для обогрева одного и того же помещения – обогреватели ENSA будут потреблять практически на 50% меньше классических систем отопления, что позволит экономить на оплате на тепло вплоть до 50%. Дополнительный плюс – все панельные обогреватели ENSA несут минимальную нагрузку на электросеть. Благодаря этому обогреватели можно использовать в домах со старыми электросетями. В отличие от обычных конвекторов, панели ENSA не поднимают и не сжигают пыль и практически не влияют на влажность воздуха. Используемое здесь длинноволновое инфракрасное излучение по своим характеристикам схоже с естественным солнечным теплом. Обогреватели ENSA одинаково хорошо подходят как для обогрева офисных и коммерческих помещений, так и для квартир и домов. Конструкция абсолютно безопасна. Благодаря закрытому нагревательному элементу риск возгорания исключен, а невысокая температура корпуса – 85 градусов – исключает ожоги и возможные негативные воздействия на элементы интерьера. Все обогреватели поставляются в прочной и красивой упаковке. С установкой и подготовкой к работе справится любой. Нужно лишь просверлить в стене два отверстия, вставить крепеж и повесить обогреватель на них. Линейка обогревателей ENSA состоит из нескольких серий. Установка, возможно, настенная, потолочная, напольная. Одни больше ориентированы на установку в офисных и коммерческих помещениях. Другие идеально подходят для домов и квартир. Базовые модели P500 и P750 отличаются мощностью, габаритами и площадью обогрева, подходят для обогрева 10 и 15 квадратных метров. Данные модели предназначены, чтобы создать и управлять электрической системой отопления через соединение данных обогревателей в общую группу, время работы которой контролируется программатором. Для моделей P500 и P750 предусмотрен только настенный монтаж. Подходят для обогрева офисных и коммерческих помещений. Совместимы со всеми существующими видами терморегуляторов и контроллеров. Следующая пара моделей – P500T на площадь в 10 квадратных метров и P750T на площадь до 15 квадратных метров. В отличие от предыдущих обогревателей, они оснащены встроенным термостатом, а это удобство и, самое главное, максимальная экономия и минимальное потребление электроэнергии. Температура в помещении легко регулируется при помощи поворотной ручки в пределах от плюс 5 до плюс 30 градусов Цельсия. Благодаря простой установке, наличию термостата и отсутствию необходимости прокладывания дополнительных проводов, эти модели отлично подходят для квартир, домов и дач. Достаточно лишь распаковать коробку, достать из нее обогреватель, разместить его на стене и включить в розетку. Не хотите заниматься установкой? Для вас мы предлагаем модели C500 и C750. Они предназначены для напольной установки, а одно из главных их преимуществ – мобильность. Толщина корпуса составляет всего 8 сантиметров.
они не займут много места и при необходимости могут быть перемещены в любое другое место. Мягкие накладки на ножках не поцарапают ламинат или паркет. Данные модели также оснащены встроенным термостатом для экономии электроэнергии и удобного управления температурой в помещении. Обогреватели серии C с особым форм-фактором корпуса, который может быть превращен из напольного в настенный и наоборот. Для этого просто снять заднюю стенку и разместить обогреватель на стену. Еще одна особенность данных моделей — специальная конструкция корпуса способствует усиленной конвекции. Места для обогревателя нет ни на полу, ни на стене. Модель P900G легко монтируется на потолок или стену. Толщина панели всего 3,5 см. Благодаря мощности 950 Вт обогреватель согреет комнату площадью до 18 квадратных метров. Это самое выгодное решение для коммерческой недвижимости, магазинов, ресторанов и больших помещений. Встроенного термостата в данных моделях не предусмотрено, но при необходимости P900G можно подключить к розеточному или выносному терморегулятору. ENSA — это умная система отопления. Один из самых совершенных обогревателей ENSA на данный момент — это модели P500E и P750E. Главные их особенности — цифровой сенсорный терморегулятор, дистанционный пульт управления, программирование работы оборудования 24/7, возможность подключения двух дополнительных обогревателей, защита от низких и высоких температур, режимы антизамерзания и антиперегрев. Как происходит управление двумя дополнительными обогревателями? Подключаем к одной P750E две панели P750 без термостата. Теперь с помощью пульта или панели управления можно программировать работу всех трех обогревателей. Сенсорный дисплей позволяет настраивать буквально любой параметр. Температура регулируется с шагом в 1 градус. Можно запрограммировать обогреватель на автоматическое включение и выключение на каждый день недели. В темноте автоматически включается подсветка. Также для вашего удобства предусмотрен пульт дистанционного управления. Это новая, современная возможность управления теплом. Минимум проводов, минимум монтажа, максимум удобства и максимум экономии. Итак, модельный ряд ENSA. P500 — 10 квадратных метров. P750 — 15 квадратных метров. Настенный монтаж без встроенного термостата. Наличие клеммной колодки. Подходит для установки в офисах, магазинах, церквях, школах, коммерческих помещениях больших площадей. P500T — 10 квадратных метров. P750T — 15 квадратных метров. Настенный монтаж. Встроенный термостат, наличие шнура с вилкой. Подходит для квартир, домов, дач, офисов, школ, больниц. C500 – 10 квадратных метров. C750 – 15 квадратных метров. Напольная установка. Встроенный термостат. Наличие шнура с вилкой. В комплекте металлические ножки. Подходит для установки в квартирах, домах, дачах, офисах, других помещениях. P900G – 18 квадратных метров. Настенный потолочный монтаж. Толщина 3,5 сантиметра. Наличие шнура с вилкой. Возможность горизонтальной, вертикальной установки. Подходят для офисов, школ, больниц, церквей, коммерческих помещений больших площадей. P500E – 10 квадратных метров. P750E – 15 квадратных метров. Встроенный сенсорный термостат с функцией программирования, дистанционный пульт управления, возможность подключения и управления двух дополнительных обогревателей. Подходит для квартир, домов, дач, офисов, школ и других. ENSA предлагает вам модельный ряд экономичных и эффективных электрических обогревателей для решения практически любой задачи, связанной с теплом. ENSA – Energy Saving.